Киева. Доброе утро. Мои любимые, смотрите, солнышко заходит, как классно. И птички поют. Юлькина картина. Вид из питерской коммуналки. Так что Питер присутствует. Еще 6 утра, или сколько там, может меньше. Надо вставать. Не знаю, где моя кися. Посмотреть, где она. Солнышко, привет. Доброе утро, солнышко. Тут все распускаются листочки. Реально красиво. Честно. Как скрипит пол, как мне Ниночка сказала. У нас воскресенье, мои любимые. Красный день календаря. Апрель 2023 года. Солнышко взошло в 5:04. Не забудьте поздравить Александра, Григория и Максима. Максима! Привет, Тихюнь. Мур, давай окошко откроем. Там уже голубочки ходят. Ты хоть воздухом подышишь. Хочешь? Птички, слышишь? Ой, слышит, конечно. Конечно, слышит. Девочка, привет. Привет, Кисуня. Чирикают во всем. Где они там? Я их и не вижу. Чирикалки, вы где? Реально не вижу. О, какая огромная ворона полетела. Голубочка вижу. Реально не вижу. Воробушков. Ты что на меня так смотришь? Не резко снимает вообще. Кисуня, ты что так на меня смотришь? Прям глаз не сводишь. И возле меня гладится. Как же она меня любит. Я просто руку держу, а она возле меня трется, смотрите. И облизывает меня. Вот это любовь. Вот это да. Да.
первую женщину. Листочки. Петухи где-то орут. Всегда дотрагиваешься, она начинает так мур от неожиданности. Ой, телячьи нежности, телячьи нежности. Бусюсик, красивая, блестит, как вся. На солнышке. Доброе воскресное утро, мои любимые. Я еще не спала. У меня вся ночь прошла как один миг. Вот честно, честно, мои любимые. Я не смотрела никакие фильмы. Не слушала никакую музыку, а что-то меня понесло по этим, по каналам мариупольских блогеров. Все меня пробило, вообще не знаю. Ну, понятно, город, детство и так далее. Ну, что-то у меня так загнездилась мысль о Мариуполе, и как-то и пошли и воспоминания детства, и все-все-все. Собачка там маленькая. Хрита. Собачка. Маленькая. Нельзя, Хрита. Нельзя, маленькая. Ой, как она маленьких собачек любит. Здрасте. Ай, красотуля. Красотуля, красотуля. Она девочек больше любит, чем собачек. Ой, Хрита, потихоньку. Вот уже медведица. Вот уже медведица. Ой, какой красавчик. Хрита, какой красавчик. Возьмем к себе. Будет с нами жить. Ой, какой красавчик. Ой, супер просто. Осторожно, ты его лапой убьешь. Ну, хорошего дня. Все, 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 пошли, пошли. Поздоровались. Дальше. Не знаю, вот вроде бы меня и никакие мысли не преследуют, никаких там чувств вины или еще чего-то нет совсем. А просто вот знаете, какое-то такое чувство, смешанное с ностальгией, с грустью, еще с чем-то, но оно все какое-то не такое яркое, как было раньше, когда я там ныряла в какие-то мысли, все это проигрывала, вовлекалась и так далее. Сейчас совсем нет.
сейчас все это осознанно, но вот все равно как какой-то такой вот прозрачный такой газовый платочек. Знаете, такой вот были такие прозрачные платочки. Вот он так, как шлейфом. Вообще. И самое интересное, что эти ощущения приводят просто в какой-то покой. Есть осознанность, конечно, что все игра, и что все это непонятно. Только для ума. А для осознанности все ясно, все понятно. Ну вот, как будто вспоминаешь какой-то любимый мультфильм из детства. А он у тебя остается любимым навсегда, даже когда ты этот мультфильм знаешь наизусть и видишь, и он для тебя прозрачный. Но все равно остается какая-то такая нотка то ли грусти, то ли еще чего-то. То ли просто какого-то замирания от момента сейчас. Говорю Юльке, что, может поехать в Мариуполь? Она говорит, так если хочешь едь, кто тебе может запретить? Я говорю, ну это да. Это да. У меня сразу так мысли. Что я там делать буду? А потом так, как из брата, помните? А что ты здесь делаешь? Точно. Кто будет делать? Кто сейчас что-то делает? Непонятно. Правда, уже листочки мои любимые. Все. Весна! Весна! Пришла, а Ира проснулась, хотя и не спала вовсе. Вот это что такое? Ёлочка, новенькая. Умница расти. Ну вот это вообще что-то. Смотрите, какая красотища. Они прям как игрушечные. Вообще, такие весюлечки обалденные. Зараза не снимает вообще резко. И все так в солнышке. И петухи орут. И листочки на березах уже, видите? Реально листочки вот. Листочек, покажись, не хочет. А это там тягает. Все деревья уже поотметила. И то. И хрюкает от счастья. Я говорю, а что Бусечку с тобой можно будет оставить? Она мне говорит, ты что, сдурела? Это твое это самое. Твое отражение, твой хвостик. Она за тобой в туалет ходит. А ты хочешь мне ее тут оставить, чтобы она тут с ума сошла? Она без тебя вообще не может. Иди сюда. Я говорю, а Хора что может? Она говорит, ну у Хоры я есть. Я говорю, так ты и у Буси есть. Она говорит, нет. Я снимаю с себя ответственность. И вот что ей на это скажешь? Ну снимаешь, снимай. Потихонечку. Дай сфотать. А тут кто-то березку
сломал. Не знаю, кто. А тут кто-то рюкзачок потерял или забыл. Вот так вот. Сколько шишечек, смотрите, там. Целая куча. Подойди ко мне. Подождешь, потом то дерево пометишь. Не может прям. Все, можешь приметить. Давай. Хожу по шишечкам. Че, не будешь? А что тогда так тянуло сильно? Чуть не вытащила мне руку из плеча. А это, наверное, каштанчик или что это? Видите, расцветает. Наверное, каштанчик. Может, нет. Не знаю. Хотя и на мушмулу похоже. А там высоко-высоко птичка летит. Очень высоко. Прям еле-еле видно. Беленькая точечка. Как же замечательно утром. Энергетика чистоты. И я посмотрела видосы этих мариупольских блогеров. И знаете, почувствовала в Мариуполе какую-то чистоту, прозрачность, такой прекрасный город. Я не знаю, то ли потому, что это заводы. Там не дымят. То ли просто как-то, не знаю даже. И описать это все. Пойдем. Пойдем, кошечка. Пойдем, солнышко. Слышите, как поет? Шикарно. Потом подруга говорит, ну ты почему хочешь туда поехать? Я говорю, так и хотения такого, как такового, нет. Просто возникла мысль, и все. А потом просто наблюдение, свои ощущения, что я при этом чувствую и так далее. Вот. Она говорит, ну а если подумать, вот сейчас-то действительно раз, купила билет и поехала. Для чего тебе это надо? Такой странный вопрос. Вот откуда же я знаю? Для чего мне это надо? Снова мои вербочки, которые мне приснились. Смотрите, какие красивые. Видите, тройная. Вообще тут, смотрите, сколько. Красота. Я говорю, что ты хочешь услышать? Чтобы я сказала, мне надо туда поехать, потому что вот это и вот это. Нет, такого вообще нет. И вообще вот этого вот самого выражения надо. У меня такого нет. Все, что надо, то и есть. Смотрите, сколько здесь нарциссиков. Хорита, ну иди сюда. Опять метит. Зачем же ты на нарциссы метишь? Она кому-то подарочек оставляет. Смотрите, какие они красивые. Вообще шикардосные. Потихонечку. Не дергай. А эти два вообще красивые. Супер.
Всем доброе утро, мои любимые девочки. Ну, я вообще, если честно, ну и мальчики, и все. Честно, если прислушиваться вот к уму, то есть, естественно, желание, наверное, и брата увидеть, наверное, и дочечку найти, и внука своего тоже, и много-много-много-много чего. Но это только игры ума, мне это самое, не первостепенно. И я вообще не делатель. Откуда это пришло? Чувство. Откуда же я знаю? Все происходит. И все так, как должно быть. Если должно так случиться, чтобы я поехала, естественно, я поеду, никуда не денусь. А если нет, то если я буду хотеть и прыгать через голову, то живого и настоящего в этом точно не будет. Ну что ты там, пошли. Пошли, радость моя. Всем божественного дня, мои хорошие. Спасибо, что вы есть. Пока-пока. Что-то хотела еще болтать. Ну ладно. Не буду, уже много наснимала. Хорита! Хорита! Даже не смотрит на меня. Эй! Эй, иди, я тебя поглажу, иди. Иди поглажу, иди, моя девочка. Сразу хвостом, смотрите, завиляла. Иди, моя умница. Поглажу тебя. Хорита! Хорита! Что ты все ищешь? Что такая озабоченная?